Остання заява прем'єр-міністра Ізраїлю Яїр Лапіда, який зазначив, що вони не будуть ігнорувати зближення Росії та Ірану. Поясніть, що це означає і як може Ізраїль вплинути на російсько-іранські відносини? Прежде всего, это означает, что Иерусалим сейчас активно ищет ответ на вопрос, а что же такого Москва пообещала Тегерану за поставку беспилотников и возможную поставку ракет. Потому что этот вопрос тут очень сильно интересует всех в смысле безопасности. Понятно, что там речь идет не о деньгах. Сколько там тех денег можно выручить за эти беспилотники, да, это не цена вопроса. Понятно, что речь идет о чем-то, что Россия предоставит Ирану. Это может быть оружие, это могут быть ядерные технологии, это может быть ослабление контроля России в Сирии за продвижением там Ирана в сторону наших границ. То есть тут возможны варианты, и они все не взаимоисключающие, кстати. Поэтому это означает, что в Иерусалиме за этими вещами внимательно следят. И если почувствуют, что это создает какую-то угрозу для нашей безопасности, а любой из вышеперечисленных ответов, да, которые я привел, он создает угрозу, прямую угрозу безопасности Израиля, то Израиль в это дело непременно вмешается. Як саме? В Сирии усилят атаки против иранских объектов. Да, они уже, собственно, усилились, да, там за последние сколько, 4 дня, 2 или 3 атаки было. Объекты Ирана или там проиранских разных ополчений бомбили Дамаск, причем уже бомбят при свете дня. Раньше такого не было. Раньше все атаки, которые приписывают Израилю, всегда проходили по ночам. Сейчас это уже происходит при свете дня. В самом Иране, где сосредоточено производство вот этих дронов, да, которые, ну, которые, собственно, создают вам такие проблемы. Вот, у Израиля и у израильской внешней разведки, у Моссада очень такие серьезные, обширные возможности. Можно там что-нибудь сделать, там какую-то диверсию на этом заводе устроить, например. Вот. Если это зайдет речь о ядерных технологиях, ну тут все, тут уже вообще возможны любые варианты, я бы сказал. До речі, на минулому тижні розбили ізраїльські військові один із заводів, який виготовляв іранські дрони у Сирії, які, ймовірно, постачалися Росією для атаки на Україну. Ви кажете, що така інформація існує в Ізраїлю, у разі чого вони не дадуть відповідь от по таким заводам. Якщо у вас є інформація, скільки ще таких може бути майданчиків у Сирії, які виготовляють ці іранські дрони? Вся штука в том, что эти иранские дроны, ну, если представить себе машинокомплект, да, для сборки этого дрона, то его можно собрать вот у меня в квартире или у вас вон там в студии, например. Это очень простое изделие, достаточно простое. Там не нужны сложные какие-то производства. Поэтому, да. Да, один із українських експертів в одному із інтерв'ю зазначав, що багато складових в цих дронах належать Китаю. Вы можете подтвердить или спростовать эту информацию? А у меня как раз другая информация. Вот, например, сегодня буквально я писал тут на одном из ресурсов, что в двигателях, например, Мухаджиров, это один из видов беспилотников, которые Россия получает из Ирана, соответственно, обнаружен двигатель австрийского производства компании Rotax. Это такое подразделение компании Bombardier, очень крупной вот этой канадской, да, которая занимается, среди прочего, в том числе и разработкой двигателей там, для самолетов, для автомобилей там, и так далее. Эти двигатели использовались в том числе, кстати, в израильских беспилотниках и даже в американских. И вот они обнаружены в иранских дронах. И сейчас там большой по этому поводу скандал в Европе. Началось расследование. Бомбардир говорит, что мы разрешение, материнская компания не давала разрешения на поставку такого оборудования, потому что на Иран наложены санкции, в том числе в части поставок ему гражданского оборудования, которое может быть использовано в военных целях.
Что касается Китая, ну, я думаю, что да, вполне это возможно, потому что разного рода там блоки управления, они довольно примитивные, но в то же время работают, там GPS-оборудование, все это, да, тоже можно было вполне приобрести в Китае. Иранцы за эти 30 лет, что они находятся под санкциями, к сожалению, очень ловко научились их обходить. Путем там выстраивания таких довольно сложных логистических поставок, через подставные компании, через третьи страны, они все это покупали, завозили, и в каком количестве они это завезли, к сожалению, пока неизвестно.